16 стран представят свои таланты в рамках международного фестиваля «Миллениум». Цифры были озвучены в рамках пресс-конференции, посвященной старту большого проекта. Вплоть до 31 марта все желающие проявить свои способности могут подать заявку и войти в дружную команду участников форума искусства. Хороший старт мероприятию был дан в 2019, когда Брест отмечал свое тысячелетие. Задача 2021 – сохранить высокие позиции. Хочется отметить, что, наверное, данный праздник, включая и «Миллениум», первый конкурс, который мы провели в 2019 году, очень сильно привлек туристов в город Брест. Город Брест в 2019 году посетило в рамках экскурсионных групп более 500 тысяч человек. Вот, наши 16 гостиниц посетило порядка 150 тысяч человек проживающих. То есть это достаточно немалые цифры для той же сферы услуг в городе Бресте. В 2020 году по объективным причинам, конечно же, эти цифры были снижены, но конкурс, который проводился и начал свое существование в 2019 году, в 2020 году все-таки в городе Бресте он прошел. Большой праздник творчества в очередной раз соберет в Бресте людей, увлеченных музыкой и искусством. Лучших определят в 5 номинациях – хореография, инструментальное и изобразительное творчество, вокал и художественное слово. На протяжении нескольких дней с 14 по 18 апреля форум будет проходить в спортивном комплексе «Виктория». Здесь же состоятся многочисленные мастер-классы и интересные открытые площадки. В частности, ожидается приезд блогера-миллионника. Пока его имя организовано, организаторы держат в секрете и уверяют, на этом сюрпризы не закончатся. И самое главное, все с учетом мер безопасности. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, также будут соблюдаться все меры, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь и санитарных служб. Поэтому каждый, кто придет на фестиваль «Миллениум», поучаствовать либо в качестве гостя, зрителя, будет в полной безопасности. Организационный комитет предпримет для этого все возможные меры. Поддержку форуму оказывает Брестский горосполком. Для областного центра очень важно развивать такие крупные международные мероприятия. С одной стороны, это популяризация туристической привлекательности. С другой, шанс рассмотреть творческий потенциал своего региона лучше. Нередко на сцену в рамках фестиваля выходят пока неизвестные, но очень талантливые исполнители, которых впоследствии будут приглашать для участия и в других мероприятиях. Это будет праздник. Это не просто конкурс, это праздник. Во время праздника пройдут не только конкурсные отборы и прослушивания, а будет различных много встреч, мастер-классов, молодежных мероприятий и, конечно же, несколько концертов. Соревнования – это всегда хорошо. Улучшили свои успехи, что-то позаимствовали. Вот. И, вы знаете, когда приезжает такое огромное количество детей, они же между собой знакомятся, и дети, и их руководители. И возникают международные связи. А наши коллективы потом уже едут в ту же Болгарию или в ту же Азербайджан, а они приезжают к нам. Кроме того, среди наград есть специальный приз, учрежденный горосполкомом. Он будет также подарен автору самого яркого номера. В целом, фестиваль «Миллениум» обещает быть достаточно разноплановым. Проявить себя здесь будет возможность любому желающему. А тот, кто не считает свои творческие качества особенными, сможет приятно насладиться особой атмосферой мероприятия. В дни открытия и закрытия форума искусства пройдут большие концерты с участием начинающих и опытных мастеров сцены.